В начале видеокадры с федеральной трассы Дон. Там сегодня столкнулись, а потом сгорели дотла автобус и несколько автомобилей. Так выглядело место происшествия через считанные минуты после аварии. По словам очевидцев, двухэтажный автобус, который ехал из Москвы в Воронеж, на большой скорости протаранил остановившийся перед другими машинами джип. Далее сработал эффект домино. Автомобили начали врезаться друг в друга, пока не столкнулись с преградой посерьезнее, стоявшим впереди грузовиком МАЗ. После этого автобус, в салоне которого было два десятка пассажиров, и одна из легковушек вспыхнули. Погибли три человека, четверо пострадавших с ожогами и травмами направлены в больницы. Что стало причиной аварии, сейчас выясняют следователи. По данным Министерства транспорта, трасса Дон – одна из самых опасных. Каждое лето на ней гибнут около 3000 человек.